Всем привет! Сегодня я вам расскажу о MIDI-контроллере Touch Me. Это MIDI-контроллер от компании Playtronica, который позволяет посредством прикосновения вот к этим панелям генерировать различные музыкальные MIDI-сообщения. Мы сегодня подключим его к Ableton Live и посмотрим, что из этого получится. Пойдем распаковывать. Контроллер упакован в черный пакет в пупырку. О, наклейки. Классные наклейки. Еще наклейка и провода. Сам контроллер похож на плату. Подключается к компьютеру он USB-проводом. Контроллер имеет две основные панели, слева и справа. Необходимо замкнуть между ними цепь руками, как в данном случае. Также контроллер имеет две пары кнопок. Снизу для переключения ладов и сверху для того, чтобы можно было переключать ноты. Чтобы научиться играть на нем, не нужно уметь играть, как на других инструментах. Достаточно просто выбрать нужную ноту сверху и выбрать лад снизу. А дальше импровизировать прикосновениями и интенсивностью нажатия к основным панелям. Чем интенсивнее мы нажимаем, тем выше нота получается. Давайте попробуем подняться по тональности вверх и опуститься вниз. В комплект также входят провода крокодила. Их необходимо подключить к специальным разъемам и замкнуть цепь между ними. Также можно поместить между ними какое-нибудь устройство. Можно использовать все что угодно. Все то, что проводит электричество. Вода, фрукты, тело человека или металлические устройства. Не обязательно делать что-то мелодичное. Можно сделать что-то ритмичное. Дети одобряют Touch Me. Запросто можно превратить руки в музыкальные инструменты. Ну и, конечно, не обошлось без слайма, потому что он идеально проводит электричество, и у всех детей он есть. Остановиться от процесса игры очень сложно. Спустя полчаса поверхность слайма превратилась в кратер золотой музыкальной планеты.
Большое спасибо всем, кто смотрел мой обзор. Ссылку на TouchMe и на сайт Playtronica я оставлю в описании. Не забывайте подписываться и ставить колокольчик. Пока!